Здравствуйте, меня зовут Юлия Чернышова. Я расскажу вам все, о чем поведали синоптики касаемо Армавира на ближайшие сутки. Поможет мне в этом спонсор медиавыпуска – супермаркет «Окон Европа». Итак, согласно прогнозу метеорологов, 3 апреля в Армавире возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 9-12, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, его скорость 6-8 метров в секунду. Влажность воздуха 80%. Дождливо будет и Армавирской ночью с 3 на 4 апреля. Тогда же температура воздуха плюс 4, плюс 6. Ветер западный, его скорость 4-5 метров в секунду, а влажность воздуха 85%. Любая непогода будет нипочем, если с вами будет супермаркет «Окон Европа». Компания «Европа» – здесь высший приоритет, интересы потребителя и высокое качество выпускаемой продукции. Окна и двери из ПВХ и алюминия, вентилируемые фасады, светопрозрачные витражи, конструкции из стекла, защитные ролл-ставни и ворота. Весь ассортимент – это заводская сборка. Изготовленные окна, двери и витражи собираются только из высококачественных и надежных систем от европейских и российских производителей, разработанных специально для климатических условий России. Плюс ко всему, продукция имеет сертификат и производится под контролем службы отдела технического контроля, что немаловажно, гарантия на все изделия до 15 лет. А от замера до монтажа уходит всего от 7 рабочих дней. В компании «Европа» все для удобства клиентов действует наличный и безналичный расчет. Беспроцентная рассрочка 0024. За качеством на все времена приходите и приезжайте по адресу: город Армавир, улица Урицкого, 146А, телефон 71 30. Подробнее на сайте www.okna-europa.ru. На этом с прогнозом погоды у меня все. С ним вас познакомили Юлия Чернышова и Александр Жерелеев. До свидания и до скорых встреч.